Всем здоров, с вами Срок. Я вернулся в игру. Такие дела. Я снял выпуск, но он не сохранился. Нет, зависла игра. Вот так вот. Ну, сразу начнем. Тут игра сразу с боссом. Не будем долго тянуть, начнем играть. Спринт и драх. Это будет, думаю, нелегко, потому что давно не играл. Так вот. Как бы начнем. Ну, мы с принтером очень легко пробуем с драгом, попаримся в него. Немного дрифта. Я немного перепилил. Срежем. Я уже полтрассы проехал. Я очень спокойно веду лидерство. Очень скучно гонки. Ой, не догоняем. 15%. Страшно, однако. Пойдем прямо. Да, первый гонку я выиграл, осталось еще одна. Остался драх. Да, это будет нелегко. Это будет с психом. Это будет просто пиздец и чувствовать. Сейчас он как бы скоростно переключал. Вот. Понятно. Так. Ой, вот ты ж бля. Так, пиздец, только нет. Нет, пиздец, блядь. Пиздец только начинает.
Хорошо. Нихуя себе, ничего себе, я выиграл, все, поздравляю, я прошел его. Наш самый легкий босс был. Все вот так вот, все ясно, понятно, да. Охуярил я его, пошел пускать. Теперь выбираем две марки. Даже здесь машины не выиграем. Так, 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 опачки, лялечки. Хуйня. Выберем эту дрочку. Да! Я, как обычно, выиграл машину. Я царь, я бог, что с этим сказать. Все ясно, понятно. Ну, ёп, это что за хуйня первая? Эрл. Евгений Джейн. Все понятно, все. Так, и чё нет за тачками? Тебе сюда нет. Ну, скоро он будет пешком ходить. Все понятно, я. Так, смс-ка. Ну просто нет травмы. Что можно сказать? Я просто царь. Просто царь. Можете называть меня просто царь. Вот так вот. Так, посмотрим, сколько премий же надо с этим нигером менять. Так. 790 тысяч. Так. 5 побед, 4 миллиона. Я думаю, это будет в следующем выпуске. Два, это выпуск будет короткий. Кому понравилось видео, лайкайте, комментируйте. С вами был Гайсрок. Всем пока.